сегодня у нас в гостях Алсу. Поаплодируем. Что этот нигер себе позволяет? Итак, Алсу, первый вопрос. Могу ли я называть комара братишкой, если теперь мы с ним одной крови? Теперь мы брательники. Братюня. В какой позе сидеть в маршрутке, типа я загадочный? Хорошо, я завтра проверю. Как называется фобия, когда боишься кидать пельмени в кипяток? Хорошая фобия. Фобия. Что делать, если маршрут рыбок в аквариуме интереснее моей жизни? Что-то менять. Жизни. Вопрос, который меня интересует последние 15 лет. Как подняться по карьерной лестнице, Алсу, если я не могу подняться с дивана? Никаких шансов. Карьера не упадет тебе в руки с неба. Надо работать. Я учту. Она сама придет. Карьера. Не постучится. Ей не постучится. Даже если постучится, все равно полу придется поднять с дивана. Открыть ей. Все, я понял. Вот твой рецепт успеха. Нужно просто диван поближе к двери передвинуть и не вставай, открывай дверь. Имеет ли право нотариус тыкать меня лицом в документы 5 раз, если я 5 раз неправильно расписался? Дальше. И последний вопрос от радиокартины. Почему водители маршруток уверенный в своем изысканном музыкальном вкусе? Подскажи мне, батюшка, как мне дальше жить? Вот это хороший вопрос. Очень, наверное, актуальный. Хотя я не помню, когда я последний раз спала в маршрутку. Но мне почему-то кажется, что там должно звучать эксклюзивно.